Первая реакция. Интересно, сколько осталось мне жить и... Детей ты в самом начале думаешь, успею ли выдать замуж дочку, и вот она хочет стать врачом. Могу ли поставить ее на ноги? У меня был сильный шок. Я сильно худела от этого. И, получается, ничего не хотела ни кушать, ни жить. Я себя считал как... Вот знаешь, вот такой изгой, да? Сидишь на наркоте, проблемы везде. Проблемы в семье, проблемы с властями, нет денег. Очень много там неправильных движений делаешь, обманываешь, даже вплоть до воровства. Ну, в общем, все в жизни, да? Еще и ВИЧ. Может, полгода назад где-то вот так я познакомилась с этим проектом. Это вот терапию начала принимать. И вот они следят за терапией моей, как я принимаю, за моими анализами, как все проходит, что проходит. Созваниваемся постоянно. Существует лечение при ВИЧ-инфекции. Это препараты, которые выдаются каждому человеку, имеющему ВИЧ-инфекцию. Эти препараты выдаются человеку бесплатно. Я всегда говорю, это как батарейка на следующий день. Как мы телефоны заряжаем, так и здесь. Ты выпил таблетку, ты знаешь, что ты защищен. Ты знаешь, что твои дети будут здоровы. Твой супруг или супруга будут здоровы. У нас есть в проекте самотест. Это люди, которые из сообщества не хотят прийти в офис. Сам по себе закрытые люди, которые не хотят показать себя. Я им предлагаю самотест. И сам у себя дома они сделают тесты. Чтобы человек начал тебе доверять, нужно знать уровень его жизни, как он живет, его менталитет, образ жизни. Я, например, я очень хочу жить сейчас. Я не хочу свою жизнь раскидывать направо и налево. Тем более у меня есть для кого жить. У меня маленькие детки, которых я хочу воспитывать. ВИЧ-инфекция, вот как я говорила, это не конец жизни. С этим можно прожить долгую, счастливую жизнь.